Привет, революционеры. Опять обзор еды. Мандарины. По-моему, абхазские. Ну, точно не знаю. По виду их можно определить. Они такие ярко-оранжевые. Но немного кисловатые. Выглядят отлично. Были они в цене, по-моему, 55 рублей. То есть зашибись цена. Вообще они 100 рублей продаются и даже дороже. Так, я уже, конечно, пробовал их. Не буду особо долго их рассматривать. Вот они такие яркие внутри. Семечки, по-моему, есть все-таки. Немножко семечки есть. Да, вот семечка. То есть явно не Марокко. Сейчас еще. Да, немножко кисловатый. Недозревший, что ли. Или почва такая. Ну, все равно хорошие. Вполне не идеальные. Так, эти вот киви. По-моему, цена 50 рублей. 49-50. Ну, 50. Так, но их покупать надо очень осторожно, как я говорил. Потому что могут быть туфтовыми. Протухшими. Они должны быть крепкие-крепкие и вкусные. А если они уже мятые, то это фигня уже. Старые. Так, сейчас попробуем его. Так, что-то вроде не так. Да, как бы они нормальные, но немножко вкуса не хватает. Ну, на четверочку. Мне кажется, они все-таки где-то долго валялись и подсохли. Подсохшие такие. Но все равно такая цена 50. Как картошка. Картошка 45 рублей стоит. А это все-таки получше, чем картошка. Так. И вот такой вот виноград. 70 рублей. Для зимы, я считаю, это отлично. Так, ну вкус у него вполне нормальный, он не мятый. Может быть, немножко терпкий. Ну а так больше недостатков нету. Так, вот такой набор еды. Цена, я считаю, хорошая вполне. Вот такие вот мандаринчики. Выглядят симпатично. И только что я их видел, продают по 120 рублей. Ну, они, видите, вот зеленоватые, не дозрели. Вот зеленый бок, вот зеленый. Поэтому и кислят.
На этом все. До свидания. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Еще наснимаю кучу роликов на разные темы.